ВТБ оценил объемы выдачи ипотек в 2020 году в рекордные 4,2 триллиона рублей. Сам же банк выдал кредитов на сумму в 935 миллиарда рублей. Это абсолютный рекорд в истории банка. В сравнении с показателями прошлого года это значение выросло почти на 40%. Также вырос и ипотечный портфель ВТБ. За год рост составил 18% и достиг 2 триллиона рублей. Подробности на нашем сайте в разделе новостей.